Повышение инвестиционной привлекательности Химок – одна из главных задач администрации. Чтобы выявить потребности малого и среднего бизнеса, руководство округа регулярно посещает городские предприятия. В этот раз глава Дмитрий Волошин навестил группу компаний Global Age. Производство здесь ведут с 1991 года. Сейчас в ее составе 4 предприятия. Они изготавливают и обслуживают станки для обработки дерева и металла, а также создают детали для обороны и авиационной промышленности. Дмитрий Волошин посетил цех, который изготавливает приспособления для шлифовки деталей. Без них сложно представить любую промышленность. Основной инструмент – абразивная лента, склеенная в кольцо. Кроме того, тут делают диски и полосы, которые используются для ручных шлифовальных машин. Руководство компании уверяет, вести бизнес на территории Химок довольно комфортно. Администрация города Химок очень тесно работает с предприятиями, которые находятся здесь. Особое внимание всегда уделяется производственным каким-то компаниям, не торгующим, а именно производственным. Глава округа изучил все тонкости производства, а после обсудил с руководителями предприятий меры поддержки.